Сознательно люди постоянно пытаются сделать кучу вещей и почему-то никогда не отдают себе отчет в бессмысленности этих действий. Как там Эйнштейн говорил, да, это глупость, это пытаться добиться результата, повторяя те же самые действия. Мы сознательно хотели там, выучить язык, похудеть, начать бегать, получить новую профессию там, и так далее, и так далее. Вы сознательно высказывали это пожелание, и дальше что-то вам мешало. А потом в какой-то момент складывалась ситуация, и у вас это вдруг стало получаться. Если сознание чем-то и может быть нам полезно, это с тем, чтобы мы просто в сознании проговаривали те модели реальности, которые могут позволить мозгу быть более эффективным.